Сегодня на обзор к нам приехали новинки от Восток Европа. Модель Луноход. Часы механические с автоподзаводом. Стандартом для всей серии Восток Европа Луноход часы продаются в таком пластиковом кейсе. Вы его видели уже в предыдущих обзорах. Также в комплекте есть отвертка для самостоятельной смены ремешка и гарантийный талон с инструкцией. В комплекте к часам также идут дополнительные кожаные ремешки. Этот ремень к стальному корпусу. Этот к черному. И такой ремешок к золотому корпусу. Ремешки достаточно массивные. Сделаны очень качественно. Все часы имеют тритиевую подсветку. Она светится в темноте более 15 лет. Ее не требуется подзаряжать от источников света, как люминесцент. Колбы с тритием в часах расположены вертикально. Но на стрелках они приклеены. Вертикальное расположение, также они, видите, они утоплены в таких как бы кратерах. То есть, когда колбочка светится, она еще отражается в этом кратере, и свечение получается более яркое. Часы имеют водозащиту 300 метров. Заводная головка завинчивается на резьбу. Безель вращается против часовой стрелки и позволяет засекать отрезки времени. Также часы оснащены автоматическим гелевым декомпрессионным клапаном. Часы, как обычно, лимитированные. Сбоку корпуса нанесен серийный номер часов. Все часы выпущены тиражом 3000 экземпляров. Ну, здесь у нас пленочка. Часы, несмотря на свои крупные размеры, очень хорошо сидят на руке. Просто как влитые. Все это благодаря анатомическому корпусу. Крутая массивная пряжка, классическая, с логотипом Восток Европа. По-моему, часы просто бомбические. Особенно красиво смотрятся вот эти синие цвета в стали и в золоте. Очень приятный цвет. Вживую, конечно, смотрится даже гораздо лучше, чем на видео. Оплата часов происходит при получении. Мы отправляем часы по всей России компании SDEC. Для заказа заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.